выглядят воды отеля. Очень чистенький, свежо пахнет. А-ля-карт ресторан. Здесь ресторан действует по платной системе 5 евро с человека. Существует турецкая и итальянская кухня. На территории отеля 6 баров различной тематики. Часы работы баров прописаны в концепции, которая выдается каждому туристу при заезде. На территории отеля 4 бассейна, один релакс-бассейн, один бассейн активити для подвижных игр с анимацией, третий бассейн в хамаме и четвертый в аквапарк. А в аквапарке сколько горок? Отель Турунч Резорт. Блин, такая красивая территория, очень зеленая. Богата природа здесь, в этом районе. Мы находимся в отеле Турунч Резорт. Это у нас стандартный номер, вот так выглядит ванна. Вполне ухоженный номер. О, хочу снять вот такой прекрасный вид из отеля. Господи, очень красиво. Просто невероятно. Идем сейчас смотреть пляж. Пляж песчаный. Вход пологий. Блин, с такими видами. Ох. Смотрите. Камушки есть, конечно, но они есть везде. Это не галька даже, это просто камушки мелкие.